Бавария заинтересована в сотрудничестве с Харьковской областью. Вице-губернатор Марк Беккер встретился с делегатом немецкой экономики в Украине Александром Маркусом. Во время встречи говорилось о необходимости налаживания прямых межрегиональных отношений, а Беккер презентовал промышленные перспективы Харьковщины. Мы остановили падение промышленного производства и промышленности в целом. И, в принципе, к концу года нам удалось поднять индекс промышленного производства на 6,1%. Мы не достигли 100% индекса объемов производства, но, тем не менее, это позволило предприятиям, которые имели положительное сальдо, получить более 4,9 миллиарда гривен прибыли. По словам Марка Беккера, существующий потенциал позволяет местной сельхозпродукции составить конкуренцию на зарубежных рынках. Но чтобы харьковские производители могли выйти на европейский уровень, региону нужны инвестиции. Он также отметил, что наиболее развита в области отрасль энергомашиностроения, которая сегодня играет ведущую роль в Украине в целом. Такие крупнейшие предприятия, как Турбоатом, Электротяжмаш, которые участвуют в программах ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, и сегодня буквально будет рассматриваться вопрос участия этих предприятий в тендерных процедурах на сумму более 300 миллионов евро. Это установка турбинного оборудования, в принципе, на более чем 8-9 ГЭСов Украины. По словам делегата немецкой экономики Александра Маркуса, сейчас идет работа над созданием украино-немецкой промышленной палаты, которая станет платформой для бизнеса обеих стран. Определенные конкурентные преимущества у вашего бизнеса, и это прежде всего цена, которая позволяет и будет позволять в будущем, я думаю, что украинскому бизнесу успешно работать и у нас. Нам удалось даже в этой сложной ситуации убедить наших партнеров в Баварии. Они обещали нам провести День Украины, День немецкой Украины в Баварии, в Мюнхене. Александр Маркус подчеркнул, что в Германии очень мало знают об украинском экономическом потенциале. Потому 8 июня в Баварии проведут День Украины в формате B2B, бизнес-то-бизнес, с поиском потенциальных партнеров.